Здравствуйте. 4 сентября, 21 лунный день. Садисо, гора с элементами эфира. День достойный руководителя Хан Ноет Тайша. Благоприятный для исправления ошибок прошлого, вдохновление на положительные поступки, дальнюю дорогу, сатасфея. Благоприятный для конкретных дел, установление достойного руководителя, разбирательство, быть меценатом, делать подношения, размышления, медитации, обращаться к учителям Буддам, начитывать мантры, усмирять негатив. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен храбростью, мужеством, красотой, способностью устранять негатив с твердым характером. День неблагоприятен. Воздвигать ветряные сооружения. Благоприятен для людей, родившихся в год дракона, обезьяны. Неблагоприятен годам зайца, лошади, курицы. И в лугинском сопчон дуане хоро сумбум, сочинение Будд, учителей. Мане дуане бумчум, джи дуане тамахарлуа на абурецком языке. Будьте достойными.